Всем привет, народ, вы на канале Китай Велики. В сегодняшнем видео у нас будут шатуны под квадрат для шоссе от фирмы Правил. Так что усаживаемся поудобнее, прожимаем лайк и пишем комментарии, что вы думаете вообще по целом про фирму Правил. Поехали. Моделька называется у нас Oz Ones. Ну, то есть Oz Ones. Не знаю, как правильно прочитать. Главное, что это фирма Правил, и это у нас алюминиевые шатуны под двойник 2.9-2.10 предназначены. С диапазоном, какие у нас тут циферки? 53-39, то есть большая звезда 53, малая 39. И еще важный момент, маленькая звезда, которая 39, она у нас стальная, большая у нас алюминиевая. Учтите это. И BCD у нас, разумеется, 135-лапка. Длина шатунов у нас 172,5, по-моему, да, 172,5 у продавца, ссылка в описании. Будет еще и 170 вариант этих же шатунов. В комплекте также еще два вот этих вот винта для каретки, собственно. Что еще вас интересует? Я думаю, вас интересует эта цена. На момент заказа я заказывал было 2800. Все по той же ссылке в описании, можете зайти посмотреть сейчас же. Не знаю, распродажа закончилась или же нет, можете зайти посмотреть, потому что цена, ну, меньше сейчас стала, потому что я смотрел, было 2300 вообще. То есть, как бы, вообще классно. Ну, а теперь посмотрим поближе и посмотрим, как оно все изготовлено. Вот так, собственно, выглядят шатуны под квадрат от фирмы Правил. Тут есть у нас QR-код, выштамповка 172x5, какие-то буковки A, G, G, K, S, Правил, Forged, Once. И бонки у нас походу алюминиевые, потому что они двойные, одна в другую вкручивается. И большая звезда, которая на 53, у нас алюминиевая и тоже выфрезерована на ЧПУ станке, то есть для облегчения, так сказать, веса. Не обращайте внимания, это у нас транспортировочная фигнюшка, чтобы не пробить саму посылку, когда она будет ехать к вам, эти звезды, собственно, с шатунами. То есть тоже как бы прикольная вещь для транспортировки. Ну и, конечно же, что? Нужно еще будет взвесить, сколько это будет весить данные шатуны. А вес шатунов с двумя звездочками составляет 808 грамм. Всего лишь навсего. Насчет Q-фактора я не скажу, потому что все зависит от самой каретки, какая у вас будет, ну, именно длина ее оси, потому что вы знаете, что у квадратных кареток под квадрат, которые каретки, там длины вала разные, и поэтому там сильно не отрегулируешь расстояние, из-за этого, соответственно, у вас и будет зависеть ваш именно сам Q-фактор. Ну, так как это у нас шоссейные, позиционируются как шоссейные шатуны, поэтому здесь Q-фактор будет, соответственно, меньше, чем на тех же МТБ-шатунах. Что я еще могу сказать, что эти шатуны я не собираюсь себе ставить. Это так, знаете, как просто вот меня попросили, я заказал, но я заодно сделал обзор, рассказал, показал, что можно взять на примере шатунов под квадрат. Потому что часто бывает, спрашивают, какие взять шатуны, потому что есть разные, очень дешевые, и стальные шатуны, которые чугунные, прям вообще тяжеленные. А эта вот система довольно-таки легкая, меньше килограмма, 808, по-моему, да, грамм, с двумя звездами еще такими огромными, в общем, вообще классно. Так что все ссылки будут, как всегда, ниже в описании. А куда поставятся эти шатуны, возможно, потом еще покажу, досниму кусочек видео или же отдельный выпуск сделаю. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и пишите комментарии. С вами был Андрей, канал Китай Велик, всем пока.